Что ж, давайте мы будем продолжать. Я снова не суммирую для вас предыдущую прочитанную нами главу, или вернее часть этой главы, потому что считаю, что вы уже можете сделать это сами. Я лишь напомню вам, что это, собственно, первая глава третьей книги. И там, в этой самой первой главе третьей книги, происходит нечто необыкновенное. Во-первых, мы видим один из редких случаев, когда наставления Сократа чем-то заканчиваются. Сократ, говорит нам Ксенофонт в 3.1.1, услышал, что в Афины приехал Дионисодор. Мы не понимаем, не знаем, Ксенофонт нам не говорит, знаком ли Сократ с Дионисодором, то есть знает ли уже Сократ Дионисодора или не знает. Потому что если Сократ не знает Дионисодора, происходит странное, потому что, услышав, что в Афины приезжает Дионисодор, Сократ тут же отправляет кого-то из своих знакомых учиться у него. Может ли Сократ отправлять наобум учиться у кого-то? Или он знаком с Дионисодором и знает, что тот преподает? Далее. Перед нами тот редкий случай, когда мы не только слышим убеждение Сократа, направленное на определенного юношу, но и знаем, чем оно закончилось. 3.1.3. Такими доводами Сократ убедил его пойти учиться. Но эта история не заканчивается на том, что Сократ убедил юношу пойти учиться, что его убеждение сработало. Эта история продолжается вместе с возвращением юноши. Я напомню вам еще один момент. Когда юноша возвращается, Сократ говорит, что он стал как Агамемнон. В смысле, он стал как царь. Царь есть царь, даже если он не правит. Врач есть врач, даже если он не занимается врачебным искусством. Стратег есть стратег, и заметьте шутку, даже если его не выбрали. И мы остановились на интересном моменте. Значит, 3.1.9. Хорошо. Заметил. Даже давайте 3.1.8. Да, твое сравнение, Сократ, очень верно, сказал молодой человек. На войне тоже надо ставить первые и последние ряды лучших солдат. А в середине худших, чтобы одни их вели, а другие подталкивали. Я напоминаю вам, что это классический риторический прием. Когда вы делаете перечисления, вперед и назад идут самые солидные аргументы. В центр идут самые слабые. Ну, понятно, почему. Потому что когда вы начинаете говорить, все слушают. И когда вы заканчиваете говорить, все слушают. А пока вы говорите, вас никто не слушает. Угу. Хорошо, заметил Сократ. Если он научил тебя также отличать хороших и плохих. А если нет, какой тебе толк в том, чему ты научился? Итак, хороших солдат надо ставить вперед и назад. А плохих надо ставить в серединку. У юноши все в голове вроде нормально. Кто такой хороший солдат? Который сделает хорошо другу и плохо. Нет, это справедливый тогда был бы. Солдат, кто больше убьет? Ну, кто умеет воевать, да. Кто лучше вооружен, кто умеет махать копьем или двигать копьем и так далее. Но Сократ превращает эту фразу «надо ставить лучших солдат вперед и назад» во фразу «Значит, он научил тебя отличать хороших людей от плохих». Есть ли разница между хорошим солдатом и хорошим человеком? Никак нет. То есть хороший человек – это человек, который имеет лучшую броню и умеет махать копьем? Хороший солдат есть хороший… Нет, каждый хороший солдат есть хороший человек, но не каждый хороший человек – хороший солдат. Если вы подались в наемники и грабите деревни, да, насилуете женщин, режете детей, вы при этом хороший человек, потому что вы хороший солдат. Нет, у меня тезис был о том, что хороший человек тот, кто хорош в чем-то. Нет, подождите, вы же сказали, что всякий хороший солдат – это хороший человек. То есть вот эти вот ребята, которые режут, насилуют и грабят, они такие, купаясь в крови младенцев, значит, какие мы хорошие люди друг другу объясняют. Он, наверное, имел в виду относительно. Хороший относительно чего? Нет, хороший солдат – это действительно относительная категория, но Сократ превращает ее в абсолют хороший человек. Дионисодор не должен был научить этого юношу отличать хороших людей от плохих, только хороших солдат от плохих. Но Сократ не спрашивает про это. Он спрашивает про хороших людей. Угу. Если бы он велел тебе класть на первое и на последнее место лучшее серебро, в середину худшее, не научив отличать хорошее от поддельного, никакого толку в этом тебе не было бы. Угу. Нет, клянусь Зевсом, отвечал он. Не научил, так что нам придется самим отличать хороших от дурных. Да. Юноша отвечает, что
Дионисодор не научил его отличать хороших людей от плохих. И так как диалог продолжается, мы начинаем думать, что сейчас Сократ научит его отличать хороших людей от плохих. Но что это будет значить? Это будет значить, что Сократ знает искусство стратега. Иными словами, Сократ является стратегом. Не рассмотрели ли нам вопрос, как избегать ошибок при суждении о них? Хорошо, сказал молодой человек. Так вот, представь себе, что нам пришлось бы заниматься грабежом денег. Если бы на первое место мы ставили самых жадных до денег, правильно ли мы строили бы свой отряд? Да, мне кажется. Да, значит, два замечания. Сейчас второе мы обсудим позднее, а первое прямо сейчас. Если бы мы стали грабить караваны, надо ли было бы вперед ставить самых жадных до денег? И ответ, конечно же, надо было бы вперед ставить самых жадных до денег. Но мы должны вернуться назад и прочесть снова 8. Да, твое сравнение, Сократ, очень верно, сказал молодой человек. На войне тоже надо ставить первые и последние ряды лучших солдат, а в середине худших, чтобы одни их вели. По этой логике, жадные до денег должны стоять впереди и позади, а это невозможно. Зачем мы ставим вперед жадных до денег? Потому что они первые побегут грабить. Очевидно, что если они первые побегут грабить, то сзади у нас возникнут проблемы. Хотя, с другой стороны, может и не возникнуть, потому что те, кто будут сзади, будут как раз подталкивать серединку. Хорошо, но заметьте, Сократ говорит только вперед. Угу. Ну как быть с теми, кому предстоит идти в опасный бой? Не следует ли ставить вперед самых честолюбивых? Да, заметьте, снова ни слова про того, кого ставить надо назад. Угу. Да, согласился он, это люди, готовые ради славы идти в опасность, поэтому не прячутся. Так что их везде увидишь и легко найдешь. Ну хорошо, сказал Сократ, он научил тебя только как строить войско. Достаточно, все, это конец урока о хороших людях. Будьте внимательны, мы говорим о хороших людях. Там буквально стоит Агафос. В чем проблема? Вы видите ли вы здесь проблему? Урок о хороших людях в двух примерах. Жадные до денег – это хорошие люди. Тщеславные – это хорошие люди. Но Сократ говорит, да, они хорошие. В смысле, он говорит нам, что быть хорошим значит зависеть от контекста. В контексте грабежа хорошие – это жадные. В контексте хождения в бой хорошие – это тщеславные. Сократ намекает своим ученикам, и нам с вами в том числе, что хороший или добрый – это не абсолютная категория. Именно поэтому, когда ученик говорит «хорошие солдаты», Сократ превращает их в «хорошие люди», потому что нет никакой разницы. В смысле «хороший» в контексте солдата и «хороший» в контексте человека – это просто разные контексты. Точно так же, как «хороший» в контексте грабежа и «хороший» в контексте боя. Сократ утверждает относительность добра или относительность блага. Если вы читали четвертую книгу, вы знаете, что абсолютных благ не существует. И значит, мы можем сделать вывод хороший, что хороших людей как таковых не существует. Существуют только хорошие в каком-то контексте. Напоминаю вам, что Агафос, добрый или хороший, это как раз Агафос. Что это говорит нам о тех людях, которые жаждут блага, о хороших, о которых мы слышали во второй книге? Здесь нужно уточнить контекст, в каком контексте. Естественно. И что это за контекст? Помните, о каком контексте все время идет речь во второй книге? Польза друзьям и отечеству. Хорошие – это те, кто хотят приносить пользу друзьям и отечеству. Хорошие – это те, кто хороши в принесении пользы друзьям и отечеству. Это не хорошие сами по себе. Хорошо. Если все контекстуально, в смысле, если все относительно, то мы должны найти такой критерий, который был бы, если не абсолютом, то наиболее важным среди всех относительных. То есть, если все относительно, вы должны понять, какая из этих относительностей является решающей. Смотрите, вы хороший работник, хороший отец, хороший муж, хороший солдат, хороший экономист, хороший политик. Какой из этих контекстов главный? Мы видим два во второй и третьей книге. Во второй книге – хороший друг. В третьей книге – хороший политик. Но у нас есть еще одна книга.
четвертая книга, где Сократ занимается обучением своего ученика. Итак, все относительно. Но это не значит, что все относительные критерии являются равными между собой. Есть более важные, есть менее важные. Это значит иерархия. А значит, если есть иерархия, можно найти вершину иерархии. Есть такой контекст, который является более важным, чем все остальные. Давайте, чтобы вам было немножко проще, я укажу вам на современное решение. Современное решение звучит следующим образом. Действительно, есть такой контекст, который более важен, чем все остальные. Но этот контекст сугубо индивидуальный. Гоббс и политический гедонизм. То есть, когда современные говорят о проблеме относительности, они говорят о счастье. И говорят, счастье для каждого индивидуально. Счастье не может быть универсальным. Оно только партикулярно. А это значит, что основой для счастья, вашего личного счастья, которое никто не может определить, кроме вас, является свобода. То есть, если вы лучше всего чувствуете себя, когда вы, я не знаю, играете с котейкой, или когда вы обнимаете любимого мужчину, слэш-женщину, слэш-собаку, или когда вы трудитесь, или когда вы воюете, или когда вы зарабатываете деньги. И современное государство решает эту проблему так. Мы просто предоставляем вам свободу. Мы не знаем, что такое счастье для вас, и не можем этого знать. Мы просто предоставляем вам свободу. Точка. Но это означает, что нет иерархии контекстов, нет иерархии относительности. То есть это означает, что всякая относительность равна любой другой относительности. Иными словами, если ваше счастье в том, чтобы отрезать головы, по этой логике, в сторону которой мы немножко двигаемся, вы можете отрезать голову. Если ваше счастье заключается в том, чтобы ваша голова была отрезана, вы можете пойти к тем, кто отрежет вам голову. Я напоминаю вам о знаменитом уже, наверное, 20-летнем кейсе немецкого каннибала. И жертва, и каннибал согласились, что оба испытают счастье, когда жертва будет съедена, а каннибал ее съест. Вопрос. Может ли современное государство вмешиваться в это решение о счастье? Должно. Если оно должно, это значит, что оно приняло решение об иерархии относительностей. Да. Но тогда никакой свободы. А не надо свободы, потому что есть... Нет, я уже понял, что вы убер-консервативные. Давайте я позволю вам закончить. Ну, как бы есть, вы говорите про счастье каждого, когда это пересекается, вы должны государство вмешиваться. Ну, свобода, да, да, да. Но смотрите, оба считают, оба добровольно согласились на то, что счастье... Что случай такое? Да, а если хотят? Ну, как они знают, что что-то такое? Подождите, но ребенок же знает, что он хочет, там, я не знаю, конфет. Ну, он не может сказать, что я хочу, я не знаю, там, рвали. Почему нет? Ну, как? Если вы откроете YouTube и наберете Джо Роган и Адам Конвей? Конвей, да, Адам Конвей. У них был недавно разговор о детях трансгендерах. Типа, может ли ребенок в 7 лет решить, что он противоположного пола и начать принимать гормоны? Нет, не может. Вот консервативная позиция. Нет, не может. А либеральная логика говорит, конечно же, может. Ювенальная юстиция от этого происходит. Нет, это не имеет значения. Давайте вот сначала ваш вопрос, пожалуйста. Вы говорили то, что есть иерархия, получается. Да. Хорошести? Относительности. А то, что, например, нет, вы вот сначала сказали то, что главное быть хорошим философом в одной книге, потом хорошим, ой, кто там еще был? Значит, хороший друг, хороший политик, хороший философ. Да, я спросил, применимо ли это к любому человеку? В смысле к любому человеку? К любому гражданину Древней Греции. Нет, каждому нужно быть лучше, хорошим философом по иерархии. Смотрите, с одной стороны, конечно, когда мы решаем в сторону иерархии, вы должны будете сказать, что, естественно, если мы с относительностями разобрались, то лучший человек – это тот, кто является хорошим в лучшей относительности, в высшей относительности. Но тут, и третья книга этому посвящена, встанет проблема. Не каждый может.
Имеется в виду стать лучшим в том... В той относительности... Нет, в той относительности, которая является лучшей. Да, да, теперь ваш вопрос, а потом наш. Ну, может быть, если вы хотите решать в сожалению государственной проблемы, но если вы будете решать взять голову, допустим, в ванне, и... Либеральное решение, которое было изначальным, звучало так. До тех пор, пока речь не идет о жизни и смерти, пожалуйста, сколько угодно. То есть, если вы и Ваня темной ночкой решаете, что Ване нравится, когда вы его хлещете плеткой, а вам нравится его хлестать... А если ему не нравится, в том-то и проблема. Нет, если ему не нравится, тогда это насилие. Вот. Я говорю, что это моя свободная воля, это мое творческое проявление. Да-да-да-да, я возвращаюсь. Либеральное государство говорит, что как бы все, кроме насилия. То есть ваша свобода заканчивается там, где начинает... Да-да-да. Но либеральная логика говорит нет. Если цель вашей жизни – это счастье, а счастье – это ваше личное определение, то никаких проблем с этим не будет. В смысле, можете делать все, что хотите, и вам никто не может этого запретить. Но это чисто теория. Нет, когда я говорю либеральная логика, я имею в виду логику, в которой мы движемся. Я говорил вам на первой встрече, что либерализм отменяет сам себя. И это одна из тех причин, по которой он сам себя отменяет. То есть внутренняя логика либерализма ведет его к окончанию либерализма. Какой вам пример привести? Нацисты. Победили на демократических выборах, закончили демократию. Да? То есть мы решили, что наше счастье заключается в том, чтобы либерализма и демократии не было. Мы победили демократическим путем, либерализм закончился с демократией вместе. Понятно, что после того, как этот прецедент случился, было принято очень много мер для того, чтобы он не случился второй раз. Но это не значит, что логика изменилась. Потому что если бы логика либерализма изменилась, он бы уже закончился. Хорошо, да. Вы почувствовали на себе удары плеткой, и у вас возник вопрос. Да. Просто он касается не физического вреда, да, а, ну, я не знаю, кражи, например. То есть, допустим, Марине очень сильно понравился мой рюкзак, да. Вот, и я начал, что для ее счастья личного необходимо моим рюкзаком обзавестись. Вот, как бы. Это уже не насилие, да, но это как бы лишение меня моего имущества. Ну, как вам сказать, капитализм решает эту проблему, у ваших рюкзаков миллион. Давайте переформулируем ваш. Именно вас, да. Именно мы. Но это все. Смотрите, дело в том, что после Гоббса наступает Лок, и Лок объясняет, что ваше имущество - это часть вашего тела. То есть поэтому насилие над вашим имуществом - это насилие над вашим телом. Вот, и современное государство эту логику продолжает. Да. Я хотел бы переформулировать ваш вопрос и задать его по новой. А не являются ли слова насилием? Нет. В смысле, не можем ли мы продолжить насилие над телом выше, в насилие духовное? Ведь очевидно, что душа стоит выше, чем тело, и значит насилие над душой более опасно, чем насилие над телом, и более неприемлемо. Ну, либеральная логика же отвечает на этот вопрос. У нас будет понятие буллинг. Да, вот я как раз к этому и клоню. И либеральная логика отвечает на этот вопрос. И первая свобода, и мы с этого с вами начали, которая умирает под ответом на этот вопрос, это свобода слова. В смысле, либерализм отменяет сам себя. Для того, чтобы уберечь людей от насилия, нужно запретить всякую насильственную речь. Это путь к тоталитаризму. Не назовите это путь к тоталитаризму. Назовите это путь к концу либерализма. Да, да, давайте, Никита Андреевич. У меня был вопрос о людях, которые находятся в середине, то при грабеже, что и в войне. Потому что... Ну, худшие, да. Что при войне, что при грабеже, первые обычно так или иначе погибают. И, допустим, до последних, словно говоря, не доходят. Ну, при, так скажем, негативном исходе, не лучше ли тогда держаться посередине? Но если первый... это хорошее замечание, но это же делает вас плохим воином. В смысле, давайте я скажу вам сразу, и напомню вам об этом, среди сократовской добродетели нет мужества. Понятно, что Сократ не лезет ни вперед, ни назад. Поэтому, конечно, ему лучше всего быть в серединке, да. Точно так же, как если вы не хотите умереть от политики, лучше не лезть в политику. Да? Точно так же, как если вы не хотите быть отцом, то, наверное, в отцовство не надо заходить. Да. Да, я хотел спросить по поводу вот свободы слова, да, вот и того, как она умирает. Если, например, была произнесена некоторая речь, да, вот, при этом в ней сам автор, да,
Вот, ну и произносящий, не закладывал абсолютно никаким образом какое-либо оскорбление. То есть вот она просто потом брала и встречалась с определенным проблемам, да, вот, буквально. Но потом кто-то там со стороны, да, вот, увидел... Вернее, оскорбление, да. Да, здесь оскорбление. Вот, что здесь тогда делать? Ответ очень простой. Так как вы знаете, что есть ваше счастье, вы знаете, что есть ваше несчастье. И это насилие. Неважно, закладывалось ли в речь что-то или нет, вы претерпели насилие. И значит, это должно быть отменено, остановлено. Это такая политкорректность 2.0, да, когда вы не можете произносить вообще никаких слов. Нравится, не нравится. Ну, да. То есть, смотрите, давайте я приведу вам пример. Во многих западных университетах уже отменили хлопки. Потому что хлопки могут напоминать жертвам стрельбы стрельбу. А это травматический опыт, который разрушает вашу душу. Поэтому теперь вместо хлопков все щелкают пальцами. Хорошо, давайте вернемся обратно к ксенофонту. Итак, да. Нужна отдельная лекция на ксенофонт. Это прям вообще супер тема. Какая? Вот смещение леволиберальной повестки. Ну, может быть, вы правы, да. Да. Но это же будут лекции. Это будет не так интересно. А что интересно? Тем, чем мы занимаемся. Что есть счастье? Нет, это хорошее замечание, но вы должны понимать, что это просто актуальность. Есть серьезные вопросы, а есть актуальные. Ну хорошо, сказал Сократ, он научил тебя только как строить войско, или также где и как употреблять дело каждый отряд в отдельности. Совершенно не учил, отвечал он. Он научил его тактике, но научив его тактике, он даже не научил, как строить отряды. Мы знаем о Дионисе Доре из платоновского Евтидема. Они с братом Евтидемом полные шарлатаны. Это отдельный вопрос, конечно, но они полные шарлатаны, скажем так. И Сократ это знает. И Сократ отправляет юношу, чтобы тот ничему не научился. И не удивлен, когда тот ничему не научился. А ведь много бывает случаев, когда следует не одинаково строить и вести отряд. Нет, клянусь Зевсом, этого он не разъяснял. Так сходи к нему опять, сказал Сократ, и спроси еще. Если он знает это, если он не бесстыдный человек, то он посовестится и, взяв деньги, отпустит тебя с недостаточными знаниями. Итак, посовестится отпустить тебя с недостаточными знаниями. Какой интересный ход. Я даже специально заглянул в оригинал, чтобы не подскользнуться здесь. Бесстыдство и знание – две квалификации. Соответственно, 4 варианта. Дионисодор может не знать, но быть бесстыдным. Может не знать и не быть бесстыдным, может знать и не быть бесстыдным, и может знать и быть бесстыдным. В смысле, знание и бесстыдство не совпадают. В смысле, знание не равно добродетель. Дионисодор может знать искусство, но намеренно обманывать ученика, просто чтобы получить деньги. А когда к нему придет ученик, Дионисодор может вернуть ему деньги, и тогда он не бесстыдный. А может не вернуть ему деньги, и тогда он бесстыдный. Сократ не говорит «пойди забери деньги». Сократ говорит, если он знает и не бесстыдный, он тебя научит. А если не знает и не бесстыдный, он вернет деньги. Ну и, соответственно, в двух других вариантах он, конечно, никаких денег никогда не вернет, вне зависимости от того, знает или не знает. Вопрос. Почему Сократ не говорит о справедливости? В смысле, он тебя ничему не научил, хотя у вас был контракт. Иди и забери деньги. Да. Потому что он видит этого парня, он отправляет его к Дионисодору, который знает, что он там, может быть, не силен в чем-то или... Может быть, он действительно бесстыдный. И все равно отправляет этого парня к этому же... Почему? Потому что он, наверное, не хочет, чтобы этот парень шел в стратегии. Он отправляет его к плохому учителю. Он видит, что он не способен. И отправляет его... Может быть такое. Но тогда к чему все разговоры? Почему не закончить историю на... И он пошел учиться к Дионисодору, точка. Ладно. Просто дали по книге, будет похоже диалог с Периклом младшим. Этот диалог не с ним или тоже? Нет. Диалог с Периклом – это совсем другой диалог. Да, я хотел с самого начала указать вам на то, что почему вы не должны никогда слушать советских редакторов. Если вы прочтете название первой главы, она звучит так. «Разговор с Дионисодором об обязанностях стратега». В этой главе нет разговора с Дионисодором. Вот вообще никто с ним не говорит ни о чем.
Хорошо. Давайте перейдем ко второй главе. Как-то раз Сократ встретился с одним человеком, уже выбранным в стратегии. Итак, у нас был юноша, который хотел быть выбранным в стратегии, и у нас есть человек, который уже выбран в стратегии. «Как ты думаешь, — спросил он, — почему Гомер назвал Агамемнона пастырем народа?» И снова речь идет об Агамемноне. Тот самый Агамемнон, который до этого указывался нам в начале третьей книги. Агамемнон почтенный. Угу. «Как пастырю необходимо заботиться, чтобы овцы были целы, чтобы они имели корм, чтобы достигалась цель, ради которой их держат. Так же точно, не правда ли, и стратегу необходимо заботиться, чтобы солдаты были целы, чтобы они имели продовольствие, чтобы достигала цель, ради которой они идут в поход». Цель, ради которой держат овец. Что это за цель? Собой. Конечно, это скотобойня. И Сократ, естественно, шутит. Цель, ради которой держат солдат. Ради которой следят за их здоровьем, за их доспехами, за их питанием. Это скотобойня. Солдаты должны резать друг друга, и они должны быть зарезаны. Поход они идут для того, чтобы победа над неприятелем увеличить свое благосостояние. Или почему еще Гомер восхваляет так Агамемнона в следующих словах? И снова у нас Агамемнон. Угу. Вместе и царь он хороший, и сильный копьем воитель. Да. Зачем люди воюют? Чтобы побеждать. Открывайте Клаузевица о войне, великую эту книжку, а там написано: цель войны – это победа. Вот это поворот. Но Сократ добавляет: они хотят победить, чтобы увеличить свое благосостояние. Они хотят обогатиться. Овцы делают то, что им велено пастухом, чтобы стать еще толще. Овцы идут на новое пастбище, чтобы наедаться. Солдаты идут в бой, чтобы становиться еще богаче. «Потому ли, что сильный воитель копьем не тот, кто сам в одиночку храбро сражается с неприятелями, но тот, кто и во всем войске пробуждает это стремление? Не потому ли, что и царь хороший не тот, кто хорошо устраивает только свою жизнь, но кто является и виновником благополучия также для тех, над кем царствует?» Цель солдат, идущих на битву, это увеличение их благосостояния, их благополучия. Они хотят стать богаче. А какова цель стратега, ведущего их в бой? Сократ превращает одно в другое и говорит: цель стратега – это цель солдат. Цель стратега – это благосостояние солдат. Из чего будет сделан простой вывод? Цель царя или цель политика – это благосостояние граждан. Что абсолютно логично. Но вот проблема – является ли целью стратега в войне благосостояние солдат? Вы пока об этом думаете. А я скажу вам следующее. Как так получилось, что мы перебросились со стратега на царя? Для того, чтобы понять, отличаются ли царь и стратег или нет, вы должны открыть конец экономики, где Исхамах говорит об этом. Но мы двигаемся дальше. И правда. И правда, царь выбирается не для того, чтобы хорошо заботиться о себе. Заметьте, царь выбирается. Царь не выбирается. В этом главное свойство царя. Стратег выбирается, но царь не выбирается. Но чтобы выбравшим его благодаря ему жилось хорошо. На войну идут все для того, чтобы жизнь их была как можно счастливее. Смотрите, как превращается личное благосостояние в счастье для большинства людей. Стратегов выбирают для того, чтобы они вели их к этому счастью. Цель стратега – это счастье своих солдат. Цель политика – это счастье людей. Цель стратега, как и цель пастуха – это забой. Цель солдат – это забой. Цель солдат – это забой, который ведет их к счастью. Да. У меня вопрос такого концептуального характера. По большому счету, разве цель стратега не личное благосостояние? Вот, хорошее замечание. Цель стратега – это победа в войне. Логично? Победа в войне. Супер. Это его личная победа. Сейчас, смотрите. А затем Сократ превращают, чтобы достигалась цель, ради которой они идут в поход, воюют. А в поход они идут, а воюют они для того, чтобы победой над неприятелями увеличить свое благосостояние. Они – это солдаты. Да. Цель стратега – это победа в войне. Но победа в войне – это обогащение солдат. Цель стратега – это обогащение солдат. Обогащение солдат – это счастье. Цель стратега – это счастье. Но цель пастуха – забивать овец. А если стратег даст команду не разграблять?
То есть, если стратег даст команду не быть счастливыми, не побеждать. Если ваш начальник дает вам команду не победить, какой вывод вы делаете об этом начальнике? Нет, еще раз. Цель войны – это победа. Победа заключается в увеличении благосостояния. Если вы не разграбили и благосостояние не увеличилось, цель войны не достигнута. Для государства достигнута. Для солдата лично не достигнута, потому что он не разграбил. Но и снова, к чему клонит Сократ? К тому, что цель политика – это счастье подданных, а не счастье государства. Потому что государство не может быть счастливым. Механизм не может быть счастливым. С тем же успехом… Это промежуточная цель. В смысле? Счастье солдат для стратега – это промежуточная цель. Сократ говорит… Он не будет хорошим стратегом, если его солдаты не будут счастливы. Но для него-то лучше быть хорошим стратегом. Если ваши солдаты несчастливы, то вы не будете стратегом долго. Неважно, будете ли вы... Об этом и речь. Об этом и речь. Он лично не будет стратегом долго, если его солдаты несчастливы. Да. Поэтому это промежуточная цель. Счастье солдат – промежуточная цель. Для достижения собственной цели. Собственной остаться цели. Стратегом. Остаться стратегом как можно дольше. Хорошо, хорошо. Я просто представляю, типа, да, мы должны захватить вот этот город, а зачем вы идете сюда на войну? Ну, что-то мои солдаты приманили. Нет, смотрите. Почему солдатам нужно вообще знать о цели? А? Почему солдатам нужно вообще знать? Нет, хороший вопрос. Почему солдатам нужно знать о цели? Потому что иначе они не пойдут умирать. Нет, мы можем дать им как раз таки цель счастья. Помните, что у них уже есть цель счастья, и состоит она для большинства людей в росте благосостояния. Если вы выйдете на улицу и спросите первого встречного, зачем он работает, он ответит вам за деньги. Да, ну вот, допустим, мы даем ему тревожную цель. Ну, большинство ответит вам за деньги. Хорошо, я... Нет, работает пускай, у меня по поводу солдат. Да. У императора, там, стратега, цель забить как можно больше и обновить внутри государства. Смотрите, я указываю вам на это. И вы видите это указание. Сократ не может сказать уже выбранному стратегу, что цель стратега – это забить как можно больше солдат. Потому что тогда получается, что Сократ открыто развращает его. Наоборот, Сократ говорит, твоя цель – это цель солдат. Помните, как в каком-нибудь предвыборном ролике какой-нибудь туркмен Паши опять бьет себя в грудь и говорит, если народ несчастлив, я несчастлив. Первая цель политика – это счастье и благо народа. Вот о чем говорит нам Сократ. И таким образом показывает, что это не так. Да, теперь ваш вопрос. Скажем так, у солдат может быть иная мотивация, чем личное обогащение. Причем довольно сильная мотивация, вы об этом говорили на одной из предыдущих лекций, это... Патриотизм. Да. Хорошее замечание. Знаете, что я не понимаю? Солдат – это же профессия, по сути. Нет, не для древних греков. Солдат – это гражданин. Да, солдат – это гражданин. Всякий гражданин – это солдат. И если вы не солдат, если у вас нет оружия, значит, вы не можете быть гражданином. Вот именно потому, что он гражданин, мотивация может быть... Патриотизм, да, хорошее замечание. Я хотел вам сказать, и скажу об этом, мы когда дойдем до этой главы, если дойдем, потому что двигаемся мы хорошо, что эта глава – самая Фукидидо-подобная глава на свете. Ксенофон читал Фукидида настолько, что даже продолжил за Фукидида его книжку «История». Геллиника Ксенофонта начинается ровно там, где история Фукидида заканчивается. Причем со слов «после этого». Вы не представляете, бедные историки никак не могли понять, что это за книжка, которая начинается со слов «после этого». После чего? И единственный ответ – после последней фразы, которую написал Фукидид. Так вот, если вы откроете описание самой страшной экспедиции, которая покончила с Афинами в Пелопоннесской войне, так называемая Сицилийская экспедиция, вы увидите, как Фукидид прямым текстом говорит две вещи. Они пошли туда частью потому, что хотели обогатиться, частью потому, что... Они все хотели обогатиться, но молодежь хотела славы, а старики хотели увидеть новые земли перед тем, как умереть. Ни у кого из них нет мотивации патриотизма. Почему? Потому что эта война – наступательная война. Патриотизм работает тогда, когда речь идет об оборонительной войне. Но солдат в оборонительной войне не хочет заработать больше. Он хочет не потерять то, что у него есть. И это очень плохая мотивация. В смысле, это очень хорошая мотивация, но не для войны. А поход на Святую Землю. Ну, я знаю, что они там шли и грабили и караваны. Да, но вы заметьте, что поход на Святую... Цель-то была
Технически цель любой войны — это победа. Ну да. Да. Вы можете сказать, что целью святых что целью крестовых походов было возвращение святых земель. Но это ж не патриотизм, логично. И не имеет никакого вообще отношения. Это идеологическое, вы можете сказать. Вот, да? Но смотрите. Но мы должны сделать следующий шаг. Но целью крестового похода для, не для государств, а для конкретного солдата является что? Вы можете убрать обогащение. Нет, вы можете убрать обогащение. Что является целью похода в Святую Землю? Что? Нет. Конечно! Завоевание Святой Земли ведет вас к величайшему благу в этой жизни, а это рай. То есть разница между греками и христианами заключается в том, что христиане думают, что главное на том свете, а греки думают, что на этом. То есть цель-то та же самая. Личное благо, которое превращается в счастье. Да. Могли не держать, я видел. Это войне. Это только когда мы сами наступаем, или когда нас наступает победа и... Смотрите, в любой войне цель — это победа. Это очевидно. Вы сказали, что победа — это обогатить... Да, Сократ говорит, что победа — это обогащение. А если на нас нападают, мы хотим победить, чтобы что? Да, мы хотим победить, чтобы не потерять то, что у нас есть. Это же логично. А потом, заметьте, чаще всего оборонительная война переходит в какую? Потому что как только мы защитили то, что у нас есть, у нас возникает второй мотив. А он возник в последней крайней войне? Во Второй мировой? Да. Ну, очевидно, мы же перешли в наступление. И захватили пол Европы. Хорошо. Давайте. Таким образом, стратег должен доставлять счастье, выброшенное его в стратегии. Итак, смотрите, как превращается скотобойня, превращается в счастье. Цель стратега – скотобойня, убой скота, превращается в цель стратега – счастье. Угу. Нелегко найти что-либо другое славнее этой деятельности. И заметьте, Сократ говорит «нелегко», имея в виду «не невозможно». Есть другая деятельность, которая может приносить больше славы, чем победа в войне. И наоборот, позорнее того, что этому противоположно. Итак, с какой целью люди становятся стратегами? Мы поймем об этом, мы узнаем об этом позже. Но забегая вперед, естественно, стратегами становятся из жажды славы, из жажды прекрасного. Очевидно, потому что эта книга посвящена людям, жаждущим прекрасного, и пока что оба из них, которых мы видели, жаждали быть стратегами. То есть, стратегами становятся ради счастья стратега, не ради счастья всех остальных. Политиками становятся, чтобы удовлетворить собственное тщеславие, а не для того, чтобы сделать счастливыми всех людей. Помните, как это выражается в современной теории, в современной в кавычках теории? Когда счастье тирана совпадает со счастьем народа, тогда у нас получается товарищ Сталин и великий советский народ. Но вы помните, что это невозможно в случае с Сократом, потому что Сократ знает, в чем счастье народа. Счастье народа в том, чтобы обогащаться. И Сократ знает, в чем счастье стратега. Счастье стратега в скотобойне. Обогащение и скотобойня несовместимы. Или, по крайней мере, неполноценной совместим. Если вы откроете 1.6.14, вы увидите, что Сократ говорит нам, что он занят только собственным счастьем. Поэтому мы делаем вывод, Сократа нет ни в стратегах, ни в политиках, хотя он явно обладает искусством стратега, как было показано ранее. Хорошо. Исследуя таким образом, в чем заключается достоинство хорошего вождя, Сократ все другие стороны его деятельности отбрасывал. Оставил лишь одну деятельность – делать счастливыми тех, кого он ведет. Заметьте, здесь, в этой главе, не было ни слова про знание. Речь шла про счастье, но счастье никак не связывалось со знанием. Ни стратег ничего не знает и не должен знать, ни солдаты ничего не знают и не должны знать, чтобы быть счастливыми. Мы все знаем, в чем заключается счастье народа. Мы все знаем, в чем заключается счастье стратега. Ни тому, ни другому для достижения этого счастья и для осознания этого счастья никакое знание не нужно. Но Сократ – адвокат знания. И в этом смысле Сократ должен говорить нам, что какое-то знание, по идее должен говорить нам, что какое-то знание делает человека счастливым. В четвертой книге есть разговор с, собственно, Евфидемом, о том, что же такое счастье и как оно достигается. Сократ учит Евтидема, что счастье недостижимо, потому что счастье – это благо, а абсолютных благ не существует.
Мне известна также такая беседа Сократа с одним человеком, выбранным в епархии. Заметьте, что впервые в этой книге появляется ручательство Ксенофонта за правдивость беседы. Это не я слышал однажды, да? Но мне известна такая беседа с одним человеком, снова выбранным. Но уже не в стратеге, а в епархии. Отсылка в том, что Ксенофонт написал целую книгу, которая так и называется. «Гепарх. Командир конницы». «Можешь ли ты, молодой человек, — спросил Сократ, — сказать нам, в какой цели тебе захотелось быть гепархом?» Итак, мы поняли, что ради чего воюет народ. Мы должны понять, ради чего воюют начальники. И речь в этой главе пойдет о мотивации. И, конечно, не для того, чтобы ехать во главе всадников, потому что и конные стрелки удостоены этой чести. Они едут даже впереди начальника кавалерии. Ну, собственно, гепарха. «Правда, — отвечал он. — Также и не затем, чтобы получить известность, потому что и сумасшедших все знают. И это правда, — отвечал он». Да, заметьте, как бы речь не идет о том, чтобы сумасшедших все знают в негативном ключе, а я хочу быть известным в позитивном ключе, да. Мне просто интересно, а епархия — это была в Афинах выбранная должность? Ну, написано «выбранным в гепархии». Про царя тоже было там написано, что вот про Агамемнона. Нет, гепарх — это выбранная должность. Нет, да. Там все выбирали. Да, то есть тут нет проблем. В случае с царем я рад, что вы заметили шутку, да? Значит, потому что ты надеешься совершенствовать кавалерию. Итак, снова. Ты ушел в гепархию не для того, чтобы быть известным, и не для того, чтобы удовлетворять свое тщеславие, в смысле ехать впереди всех. Потому что впереди всех, вы не поверите, едут разведчики. Значит, ты ушел в гепархию, чтобы делать лучше своим подчиненным. Сдать ее государству в лучшем состоянии, и если будет надобность кавалеристов, оказать услуги отечеству, стоя во главе их. Я напоминаю вам, что у нас есть диалог Платона «Политик», который пытается определить, в чем заключается политическое или царское искусство. Видите, политическое и царское искусство смешивается, как стратег и царь. Заканчивается он тем, что Сократ-младший и чужеземец из Илев приходят к выводу о том, что политическое искусство заключается в том, чтобы всех подданных делать по возможности лучше и не давать им становиться хуже. «Конечно, — отвечал он, — прекрасное дело, клянусь Зевсом, — заметил Сократ, — если ты сможешь его выполнить. А при этой должности, на которую ты выбран, думаю, я находится в твоем видении и лошади, и кавалеристы». «Да, — отвечал он». В отличие от политика, в кавычках, или в отличие от стратега, в широком смысле этого слова, у гепарха в подчинении находятся не только люди, но и лошади. Значит, он, улучшая кавалерию, должен делать лучше не только людей, но и лошадей. В смысле, не только высших существ, не только высших животных, но и низших животных. «Скажи-ка нам, прежде всего, вот что. Как ты думаешь улучшать лошадей?» И тут же мы задаемся вопросом. Будет ли отличие между высшими и низшими животными в определенных аспектах? В смысле, не будет ли никакого отличия между низшими и высшими животными в определенных аспектах? «Нет, — отвечал он, — а это, я думаю, не мое дело. Каждый кавалерист сам должен заботиться о своей лошади. А так если кавалеристы будут представлять тебе лошадей, то с плохими ногами или бессильными?» Да, значит, первое, что мы узнаем, что выбранный в гепархии юноша или мужчина не считает, что он должен заботиться о низших животных. «Которые не в состоянии поспевать за другими, то необъезженных, которые не стоят на месте, куда их не поставишь, то брыкающихся, которые даже и поставить-то нельзя, что толку будет тебе в такой кавалерии? Какая у тебя будет возможность оказать услугу отечеству, командуя такими кавалеристами?» Какая логика стоит за его решением? Очень простая. Каждый отдельный всадник заботится о своей собственной отдельной лошади, о своей собственности. Поэтому я предполагаю, что каждый отдельный всадник приведет хорошую лошадь. Мы снова экстраполируем это, и эта экстраполяция, естественно, не имеет под собой никаких оснований, кроме моей наглости и гюбриса. Это все на политику. И говорим себе, если политик должен делать людей счастливыми, а делать людей счастливыми значит делать их богатыми, должен ли политик тогда, подобно гепарху, не предоставлять богатство людей самим людям, а заботиться о нем самостоятельно? Иными словами, насколько глубоко или тотальной, насколько тотальной должна быть политика идеального политика?
Да ты прав, отвечал он. Я постараюсь по возможности заботиться о лошадях. Да, и тут же этот юноша отступает. Действительно, забота о людях означает в том числе и заботу о том низшем, что людям принадлежит. Заботу об их собственности. Хороший политик – это политик, который заходит в каждый дом. Это политик, который трогает каждый чайник и проверяет, закручена ли дверца вашего шкафчика или не закручена. Какой вам пример привести? Ли Куан Ю. Когда Ли Куан Ю привезли, вы помните, да, это Сингапур, если мне не изменяет память. Сингапурское чудо, да? Когда Ли Куан Ю привезли в Россию, чтобы объяснить, как случилось сингапурское чудо, он сказал, я, выходя из метро, видел у вас прямо на выходе женщину, стоящую с протянутой рукой. Почему к ней никто не подошел и не разобрался с ее проблемой? Ли Куан Ю, находясь в Сингапуре размером с горошину, решает проблемы лично. В смысле, это ручное управление, но не наше ручное управление, а подлинное ручное управление, когда политик заходит в каждый дом и спрашивает, ну чё как? В смысле, не давай сядем, выпьем и поплачем по поводу того, что все плохо, а давай мы сейчас работу тебе найдем, вот с женой разберемся, да, там дом предоставим и так далее, и так далее, и так далее. Нормально. Хорошо. Естественно, подлинная политика – это тотальная политика, потому что если вы заботитесь о счастье людей и знаете, что счастье состоит в собственности, то вы, очевидно, должны заботиться об их собственности. В смысле, не они должны заботиться о своей собственности, а вы должны заботиться об их собственности. А нужно вопрос? Нужно вопрос. Хороший вопрос. Мы можем продолжить эту логику и просто сделать следующий шаг. Подлинный политик, подлинный обладатель царского искусства – это обладатель науки психологии в ее финальном стадии. Поэтому, когда бомж говорит «я хочу быть счастливым», в смысле «я хочу быть свободным», он спрашивает «вас бил ваш отец? Какие у вас отношения были с вашей мамой?» И все. То есть подлинное решение проблем – это решение психологических проблем, в конце концов. Да. Я не знаю, мы дойдем до этого момента сегодня или нет. Видимо, не сегодня, никогда. Ну, тогда я забегу немножко вперед. Можем ли мы говорить, что все, что есть в государстве, в том числе и граждане, есть собственность самого? Самого государя? Просто там будет такой момент, что именно... Надо будет смотреть в контексте, я прямо сейчас так вам не скажу. Каждый из нас якобы является тоже собственностью. Ну, там так было. Но это будет как с другом. Друг является вашей собственностью, а вы собственностью друга. Если политика тотальна, то да, является собственностью. Вы так можете сказать, но тогда у вас появится очень интересная рекурсия. Счастье отдельного человека заключается в его обогащении, в росте его собственности. Собственность политика – это вся страна. Поэтому политик максимально заинтересован в росте своей собственности. То есть в росте собственности каждого отдельного человека. Мы снова возвращаемся к товарищу Сталину и великому советскому народу. Счастье тирана и народа совпадают, поэтому страна процветает. Когда счастье тирана и народа расходится, тогда тирания гибнет. Ну, открывайте пятую книгу Аристотеля, и там это прямым текстом написано. А потом открывайте Макиавелли, государь, и смотрите, как Макиавелли списал это прямо у Аристотеля, слово в слово. Да, ты прав, отвечал он. Я постараюсь по возможности заботиться о лошадях. Ну, а кавалеристов не попробуешь ты улучшить? Спросил Сократ. Да, чтобы вы не были уверены в том, что я говорю, я снова напоминаю вам. Мы сделали этот шаг с помощью адской экстраполяции, которая, по идее, не имеет под собой никаких оснований. Прежде всего, ты обучишь их лучше вскакивать на лошадь. Да, это необходимо, если кто упадет, то скорее уцелеет. А если придется сражаться, ты прикажешь своим всадникам вести неприятеля на песчаное место, где вы обыкновенно занимаетесь ездой, или постараешься производить упражнения в таких местах, на каких происходят военные действия. Точно так же, как надо тренировать лошадь, надо тренировать отдельного человека. И в этом смысле высшее животное и низшее животное ничем не отличаются с точки зрения политики. Следующий шаг, который мы видим здесь. Сократ обладает знанием гепарха. Он знает, где надо заниматься, знает, где надо воевать. Является ли Сократ гепархом? Это, конечно, хорошо, отвечал он. А позаботишься, чтобы как можно большее число кавалеристов... Всадников умело бросать копья с лошади. Угу. И это, конечно, хорошо, отвечал он. А подумал ты о том, что у всадников надо укреплять дух и возбуждать в них раздражение против врагов. Это делает их храбрее. И следующий шаг. Но высшие животные все-таки в чем-то отличаются от низших.
И речь идет, конечно же, дальше о психологии. Надо возбуждать в них ненависть к врагам. Угу. Нет, но теперь постараюсь. И это первый вопрос о высших животных, на которых гепард, на которые гепард отвечает «нет». Он знал, что нужно тренировать высших животных. Он знал, что нужно учить их скакать на конях, и где скакать, и когда скакать. Но он не знал, что помимо их, собственно, их подготовки, нужна еще, помимо физической подготовки, нужна еще и психологическая подготовка. Ты позаботился, чтобы всадники тебе повиновались. Без этого нет никакого толку ни от лошадей, ни от всадников. Хороших храм. И следующее замечание. Они не только должны ненавидеть врагов. Заметьте, ни слова про друзей сейчас пока нет, да? В смысле, они не обязательно должны быть справедливыми. Они должны подчиняться начальству. Угу. Это правда, отвечал он. Ну как лучше всего, Сократ, внушить им повиновение? И гепарх отвечает, что он согласен с Сократом, но, очевидно, он не знает, как этого сделать. И мы это видим. Это его первый вопрос в диалоге. До сих пор он только отвечал. Даже когда Сократ дошел до того, чего он не знает, до психологии, он не задавался вопросом. В смысле, он не говорил «научи меня». Вот теперь он говорит «научи меня». Почему? Почему можно пренебречь психологией, но нельзя пренебречь повиновением? По-моему, я уже ответил на этот вопрос, да? Потому что если гепарх пренебрежет психологией, он останется гепархом. А если он пренебрежет повиновением, он не останется гепархом. Поэтому он спрашивает, что же делать? Тебе известно, конечно, что во всяком деле люди с наибольшей готовностью оказывают повиновение тем, кого считают лучше всех. Так, например, во время болезни всего охотнее слушается того, кого считают лучшим врачом, на корабле, кого считают лучшим рулевым, при земледелии, кого считают лучшим земледельцем. Угу. Конечно, отвечал. Сократ скрывает второй вариант ответа. Какой? Не-не-не-не-не. Повинуются лучшему врачу, лучшему рулевому, лучшему земледельцу. Какой еще можно дать ответ? Там кто выдает себя за лучшего. Это слишком сложно. Но считают, да, вот это считают, это уже работает, да? То есть им кажется, что это лучший врач, поэтому это уже работает. Нет. Единственному. Если у вас только один врач в деревне, и выбора между лучшим и худшим нет, вы повинуетесь единственному. Мы повинуемся, по такой логике, мы повинуемся политику, которого считаем лучшим. Второй вариант, мы повинуемся политику, который единственный. Два варианта, как выбиться в политике. Быть лучшим или быть единственным. Естественно, Сократ забывает указать нам на второй вариант, потому что быть единственным – это ответ тирания. Хорошо. Надо полагать, поэтому, продолжал Сократ, что и в всадническом деле всего охотнее будет повиноваться тому, кто окажется лучше всех, знающим, что надо делать. Кто окажется лучше всех, знающим, что надо делать. Сравните это с описаниями Агамемнона. Вернитесь назад и посмотрите. Воитель копьем не тот, кто сам в одиночку храбро сражается. Угу. Приятелем не тот, кто и во всем войске пробуждает это стремление. Дальше. Не потому ли, что и царь хороший не тот, кто хорошо устраивает только свою жизнь, но кто является виновником благополучия, так же для тех, над кем царствует. Достаточно. До этого, я специально напомнил вам, ни слова про знание. Хороший царь – это не тот, кто знает. Хороший царь – это тот, кто заботится о других. Но в случае гепарха все ровно наоборот. Хороший гепарх – это тот, кто знает, а не тот, кто заботится. Угу. Так, Сократ спросил он, если мое превосходство над ними будет несомнение, достаточно мне этого будет для того, чтобы они мне повиновались? Да, отвечал Сократ, если помимо этого ты им докажешь, что повиновение тебе будет для них полезно и спасительно. И вдруг появляется интересная штука. Помимо того, что вы должны быть лучше других, вы еще и должны доказать всем остальным, что вы лучше других. Иными словами, одного знания недостаточно. Знание должно быть чем-то подкреплено. Чем? А как же мне... Да, мне доказать это, спросил он. Гораздо легче, клянусь Зевсом, отвечал Сократ, чем если бы тебе пришлось доказывать, что ты лучше и выгоднее хорошего. Ты хочешь сказать, отвечал он, что начальник кавалерии, помимо всего прочего, должен заботиться об умении говорить? Да. Риторика нужна. Помимо знания, какого-либо знания, помимо того, чтобы быть лучшим, еще и нужна риторика для того, чтобы убеждать всех остальных.
Помните самую первую книгу? Когда самую первую главу, когда, или вторую, я уже не помню, когда Ксенофонт говорит, что Сократа обвиняли в том числе в том, что, развращая молодежь, он приучал ее к насилию. Но Ксенофонт говорит, зачем насилие тому, кто может убедить любого в чем угодно и заставить его подчиняться себе добровольно, а не силой? Мы останавливаемся и, суммируя два этих заявления, делаем вывод. Если Сократ умел подчинять других добровольно, а не силой, то он обладал риторикой и обладал знанием. Не выходит ли, что в этом смысле Сократ был не только идеальным гепархом, идеальным стратегом, но еще и идеальным политиком? Потому что мы экстраполировали путем моей наглости, да? Вопрос. Если Сократ был идеальным политиком, почему он не занимается политикой? Вот. И мы уже читали это в первой книге, когда Сократ в разговоре с Антисфеном говорит ему, что счастье Сократа заключается в блаженной деятельности Сократа. С подлинными друзьями мы читаем книги, и если что считаем серьезным или великим, то оставляем и забираем себе. Всякое счастье является относительным, но среди этих относительностей мы можем построить иерархию. И Сократ, и Ксенофонт намекает нам, что наверху этой иерархии находится философское, а не политическое счастье. Поэтому Сократ, будучи идеальным политиком, тем не менее не занимается политикой. Будучи идеальным гепархом, не идет в гепархии. Будучи идеальным стратегом, не ведет войско. Естественно, это никакой не шокирующий вывод, если вы откроете Аристотеля. Аристотель вам скажет, что только философы могут быть счастливыми, а для всех остальных счастье – это паршивый суррогат. Если вы откроете Платона, Платон вам тоже скажет, что только философы могут быть счастливыми, а все остальное. Но, с другой стороны, я не знаю, если вы откроете учебник электрика второго разряда, наверное, там тоже будет написано, что только электрик второго разряда может быть счастливым, а все остальные не могут. Угу. А ты думал, возразил Сократ, что командовать кавалерией надо молча? Или ты не обратил внимания на то, что все знания, получаемые нами, благодаря обычаю, знания прекрасны? Так как посредством их мы научились жить. Заметьте, Сократ вдруг сбивается и говорит какую-то суперинтересную штуку. Знания, обычаи позволяют жить людям. В смысле жить совместно. Он не говорит о каких-то знаниях, в смысле, о каких-то специфических знаниях. Казалось бы, он должен был бы говорить о знаниях гепарха. Знания гепарха позволяют людям воевать в кавалерии, да, воевать в коннице. Сократ не говорит этого. Вместо этого он говорит, знание обычая позволяет... Помните, что знание обычая – это не знание точка. Да? В смысле, знание – это не только знание обычая. Знание – это знание некой науки, некой техне, некой эпистемы. Но не эпистемы, а знание обычая позволяют людям жить совместно. Ну, очевидно, того обычая, который принят у нас в обществе. Да, конечно. Все их мы усвоили при помощи слова, что и всякую другую прекрасную науку, которую кто-нибудь изучает, он изучает при помощи слова. Что лучше учителя больше всего действует преимущество словом? Что учителя? Что люди, обладающие самыми важными знаниями, прекрасно говорят. Да, заметьте, люди, обладающие самыми важными знаниями, прекрасно говорят. В смысле, прекрасно способны заниматься диалектикой. Угу. И ты не обратил внимания на то, что когда образуется кор, только из наших граждан... Вот здесь и дальше будет очень много примеров хора. Причем эти примеры все время будут возникать в контексте политического. Чтобы понять, откуда они там, вы должны открыть Лакедемонскую политию, и в решающий момент, я скажу вам позднее, какая это будет глава Лакедемонской политии, прочесть, что Ксенофонт думает о Спарте и Харах. Угу. А как, например, посылаемый в Делос, то ни один хор ни из какого другого места не может соперничать с ним, и что ни в каком другом городе нет такого количества красивых мужчин, как здесь. Ну, красивых в смысле колосс, да? Это такая двойная шутка. Правда, отвечал он. А между тем, афиняне отличаются от других не столько хорошими голосами и ростом и силой, сколько честолюбием, которое больше всего побуждает людей стремиться к чести и славе. И снова, что происходит? Мы только что говорили о знании, которое передается с помощью слова. Но Сократ больше не говорит ни о каком знании. Мы побеждаем не потому, что мы знаем. Мы побеждаем не потому, что мы больше, в смысле выше ростом, сильнее, накаченнее, толще.
мы побеждаем, потому что отличаемся от других честолюбием, превосходим других честолюбием. И уже не политики, да, а все афиняне. И вы снова должны вернуться немножко назад и вспомнить, мы побеждаем где? С помощью честолюбия. В чем мы побеждаем? Что обсуждается-то? Хор обсуждается. Мы побеждаем в хорах, потому что отличаемся от других честолюбием. Правда, я это сказал он. Так не думаешь ли ты, продолжил Сократ, что если позаботиться о здешних коннице, то и всадники наши далеко превзойдут всех качеством оружия и лошадей, дисциплины и готовностью сражаться с врагами, если только они убедятся, что за это получат славу и честь. И снова, одного знания недостаточно. Нужно убедить своих воинов, нужно распалить в них честолюбие. И в этом смысле сам вождь идет в вожди не ради знания, он идет ради честолюбия. Надо полагать так, отвечал он. Если вожди идут, чтобы удовлетворить собственное честолюбие, как солдаты идут, чтобы удовлетворить собственное честолюбие, мы должны подумать вместе над тем, чем же занимается Сократ, разговаривая с этими солдатами, в смысле с этими воинами, в смысле с этими начальниками, военачальниками. Он что должен делать в разговоре с ними? Смотрите, если знания недостаточно, а Сократ по умолчанию знающий, что помимо передачи знания с помощью слова должен делать Сократ? Возбуждать в них честолюбие. Что мы видим в эти три главы? Видите ли вы в этих трех главах возбуждение честолюбия? Давайте дочитаем, а вы подумайте и потом не ответите. Так немедленно, сказал Сократ, постарайся возбудить своих людей в стремление к тому, чего ты и сам получишь пользу. И все граждане благодаря тебе, клянусь Зевсом, постараюсь, он закричал. Да, и мы видим, что это убеждение каким-то образом работает. Хорошо, если у вас нет вопросов, давайте мы прервемся, а потом вернемся и уже прочтем следующий год. В принципе, да. Если они с ним соглашаются и как-то изменяют, ну, по идее, он возбуждает. Смотрите, давайте вернемся к историям. Первая история. Сократ знает, что юноша хочет быть стратегом. Он отправляет его к Дионисодору. Когда юноша возвращается, Сократ показывает ему, что он ничего не знает. И отправляет его к Дионисодору снова. Был ли момент возбуждения честолюбия? Хорошо. Вторая глава. Разговор с уже выбранным стратегом. Возбуждает ли в нем Сократ честолюбие? Третий разговор с Гипархом. Возбуждает ли в нем Сократ честолюбие? Нет. Почему? Надо быть лучше. Нет, смотрите, он уже выбранный. В смысле, куда дальше-то? Ну, в принципе, там же дальше... Лучше, будет. Да, вы можете сказать, да, хорошее замечание. Вы можете сказать, что, например, в гепархе Сократ возбуждает честолюбие, говоря, что ты должен быть лучшим гепархом. Но давайте посмотрим, потому что у нас разговоры с военными продолжатся до самой Феодоты. И решающий вопрос, возбуждает ли Сократ в Феодоте честолюбие? Но об этом потом. Хорошо, если нет других вопросов, давайте продолжим.